привет. 31 марта. Выбрался наконец-то я на дачу. Вот у меня виноград еще пока под таким укрытием. Это однолетки. Честно говоря, черную пленку надо было давно уже снять. Но только-только выбрался. Чтобы не натягивало жары от него привала. Тут у меня еще лапник под ним. Короче, черную пленку сейчас поснимаю, лапник оставлю. Еще, наверное, на пару недель. А там будет видно по погоде. Еще раскрывать рано. И птички заливать вообще. Послушайте. Блин, супер. Раскрывать рано. По ночам бывает до минус 5. Вот это у меня многолетнее. Под дышащим материалом. Пока будет так еще лежать. Ну, а здесь у меня неукрытый был. Так лапника накидал. Это у меня, в принципе, не знаю, там зилга, не зилга, что-то, дистрофик какой-то непонятный. Но он выдерживает низкие температуры. Вот однолетки поснимали черную пленку. Все сухенько, все нормально. Ничего не выпрело. Это замечательно. Все, пускай так и будет, немножко притененное. Пускай еще недельки две, наверное, поспит. Почки не набухли, это хорошо. Мне как раз надо оттянуть по максимуму. Вот еще. Не набухшие. Замечательно. Все, пускай пока еще так полежит. Холод от земли идет, оно как в холодильнике, так что буду тянуть до победы, пока есть возможность. Так, что у нас здесь? Ну вот, 342. Тоже почка спит, земля холодная. То, что надо. Все, пока не буду ничего раскрывать. Пускай пока так все и будет. В общем, был у меня опыт по раннему раскрытию. Так как сейчас у нас по ночам бывает до минус 5. И если пошла пасока и почки набухли, то зимостойкость и морозостойкость уже не та, которая написана в паспорте, так сказать, у сорта. Они все в районе минус 22, минус 25 у меня выдержат. Но если почка набухла, она такой минус уже не выдержит. Уже минус 4, минус 5 для нее уже будет критически. Было такое один год. Гадал, раскрывать, не раскрывать. В итоге раскрыл рано, и получилась полная задница. Ну как, урожай был, но центральные почки не проснулись. Замещающие почки повылазили. Урожайность была небольшая, но все-таки была. И некоторые рукава повредилась проводящая система. Получается, пасока пошла. Морозик ударил и поразрывало. Замерзло, поразрывало там все. Было у меня пару кустов таких. Thank you.
деревья пообрезал, кусты пообрезал. Короче, дачный сезон у меня начался, чему я очень рад. Все прекрасно. Это диплоидная слива, уже обрезанная. У меня есть видео, как она выглядит, когда плодоносит. Ссылочку оставлю в конце видео. Вот крыжовник, поречка, тоже все обрезано. Пока еще успел. Вот уже на крыжовнике уже листики пошли. Крыжовник всегда рано просыпается. Немножко не успел я. Ну ничего страшного. Немножко подрезал его, проредил. Вот здесь я показывал, что у меня с крыши наваливает снега много за сезон. И ломало уже не один раз у меня здесь рукава, поэтому я такие вот щиты поставил. И вот они очень хорошо выдержали. Не продавились, не проломались, не порвало проволоку, ничего. Все нормально. Хотя расстояние тут сколько? Ну, метров, наверное, около двух. Но снег так валит, что, наверное, по пояс. Вот арсенал мой. Чесночок уже полез. Уже не втерпешь, но он вытолкнул из земли. Все, народ, вот такое коротенькое видео. Все, удачи. Сезон начался. Все будет хорошо. Все, всем пока.